Всем привет! Несмотря на то, что женщины считаются слабым полом, порой они способны на такое, на что мужчины даже не решатся. И сейчас вы в этом убедитесь. Смотрите самые невероятные рекорды, которые установили женщины. Опасный трюк. Эта женщина абсолютно бесстрашна. Даниэла Деваль не только может забивать гвозди себе в нос, ей под силу и в книгу Гиннесса попасть. Женщина смогла 12 раз обернуть меч, который был установлен на кинжале, торчащем из ее рта. Лучше этот номер не повторять. Женщина-змея. Женщины однозначно более гибкие, чем мужчины, но лишь одна из них способна на такое. Лейла Нефранко считается самой гибкой женщиной в мире, и она трижды сумела стать рекордсменкой книги Гиннесса. На этот раз Лейлане удалось сделать 29 полных оборотов вокруг себя за одну минуту. Самая маленькая женщина. Женщины могут быть самыми разными, и каждая привлекательна по-своему. Джиу Тьямге 24 года, и она самая маленькая женщина в мире. Ее рост меньше 63 сантиметров, но это вовсе не мешает ей быть веселой, жизнерадостной и очень красивой. Самые длинные ноги. Все женщины мечтают иметь длинные ноги, но по сравнению с русской красавицей из Пензы Катериной Лисиной, любая модель может показаться просто убогой коротышкой. Длина ее ног составляет 133 сантиметра. Девушка не только попала в книгу рекордов Гиннесса, но и стала мастером спорта по… Впрочем, думаю, вы и сами догадались. Конечно, Катерина – одна из лучших баскетболисток. Бородатая красотка. Некоторые специально стремятся выделиться из толпы. Но те, кто родился не такими, как все, знают, что быть белой вороной вовсе нелегко. Тем не менее, Харнаам Каур не только осталась собой, но и попала в книгу Гиннесса в 25 лет, как самая молодая обладательница бороды длиной в 15 сантиметров. Кроме того, она стала моделью. Ставьте лайк под видео, если согласны, что это заслуживает уважения. Фитнес в 65. Когда записавшись на фитнес, вы понимаете, что тренеру 65, а она намного сильнее, стройнее и быстрее вас. Это лучший стимул заниматься спортом. Венди Ида из Калифорнии попала в книгу рекордов Гиннесса как самый старый фитнес-тренер в мире. Супербедра. Вы только посмотрите, что вытворяет эта девушка своими бедрами. Ольга Лещук из Украины не раз доказывала, что является самой сильной женщиной в мире. На этот раз ей удалось установить новый рекорд по разбиванию арбузов бедрами. Она раздавила 3 арбуза меньше, чем за 15 секунд. Зажигание свеч ногами. Адриана Хернандес из Мехико рекордсменкой стала не по собственной воле. Родившись без рук, ей пришлось много делать ногами. В книгу Гиннесса Адриана попала, побив рекорд по самому большому количеству свечей, зажженных ногами. За одну минуту ей удалось зажечь 13 именинных свечей. Самые крепкие волосы. Редкий мужчина смог бы сдвинуть этот огромный автобус с места, а Шарани из Индии тянула его своими волосами. Этот автобус весит более 12 тонн, и это самый тяжелый транспорт, который женщины когда-либо тянули волосами. Так что Аша стала рекордсменкой. Самый сильный язык. Кому могло прийти в голову останавливать лопасти вентилятора своим языком? Разве что артистке цирка. Звезда австралийского цирка Зои Лямур не только придумала этот трюк, но и довела свое мастерство до совершенства и даже сумела установить новый мировой рекорд. Ей удалось остановить лопасти двух вентиляторов 32 раза. Самые длинные волосы. Предметом женской гордости могут быть не только длинные ноги, но и, конечно же, волосы.
Причем, если в первом случае все зависит от генетики, то во втором – от желания и упорства. 16-летнюю Ниланши Патель называют индийской Рапунцель. Длина ее волос – 170 сантиметров, и это рекорд среди подростков ее возраста. Старость – радость. Девушки, если хотите в старости выглядеть так же прекрасно, как эта женщина, занимайтесь гимнастикой. Бетти Гетхарт стала самой старой воздушной гимнасткой в мире и попала в книгу Гиннесса. Ей 84, а кто поверит, Бетти не только прекрасно выглядит, но и чувствует себя получше многих молодых. Самые длинные ногти. Эту женщину зовут Аяна Вильямс, и глядя на ее маникюр, понимаешь, что совершенству все-таки должен быть предел. Хотя это лично мое мнение. Если вы со мной согласны, напишите об этом в комментариях. Аяна стала рекордсменкой книги Гиннесса, отрастив ногти длиной примерно в 60 сантиметров каждый. Ролики, каблуки и хула-хупы. На мой взгляд, ходить на таких высоких каблуках уже сложно, а кататься на них на роликах, да еще и крутить при этом сразу три обруча – это просто фантастика. Марава Ибрагим из Австралии продержалась почти 2,5 минуты и стала рекордсменкой книги Гиннесса. Гибкая и быстрая. Акробатка из Китая установила новый мировой рекорд, преодолев дистанцию в 20 метров меньше, чем за 16 секунд. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать еще много всего интересного. До скорого!